Здрасте! Мы с вами находимся в ресторане «Галерея художника» прямо в самом центре Москвы. И здесь уже очень скоро начнется свадьба Андрея и Татьяны. Вы слышите этот запах? Это на кухне уже доваривается свадебный борщ. А значит, праздник пойдет на ура! Я знаю, что Таня тренировалась. Она всю неделю на свадьбу купалась. Потом хлеба. Андрей, ты понимаешь, Андрей, что сейчас может все измениться? Все зависит от твоих способностей и величины твоего рта. Меня зовут Даниил. Ближе к концу таких мероприятий становлюсь Дмитрием, Денисом, Никитой. Один раз был Еленой Степановной. Андрей в 16 лет разъезжал по Москве на ржавой четверке. Я так понимаю, мы нашли людей, которые были с ними в этой четверке, правильно? Верите ли вы то, что Татьяна попробовала в детстве кошачий корм? Кошачий корм. Зачем? Зачем? Будем танцевать? Выпьем. Настоящий ли муж Андрей или нет? Сейчас узнаем. Чебурашка, я понял, ты чубайся. Где ты была? Ты меня встречаешь. Кошачьим кормом. Кошачьим кормом. А ты? Если рост 165, а вес 55, какого размера нужно брать в колготке? Господи, слово забыл. Ну а пока все веселятся и танцуют, у нас появилось полминуточки, чтобы буквально перевести дух. Саш, как тебе свадьба? Саш! Александр Сергеевич! Ну, поэты они такие. Кто отвечает? Они сейчас между собой подерутся. Пусть Сергей плохо танцует, а вокруг него Трина хорошо поет.